Ребята, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга, с вами Жека. Сегодня он со мной еще и Стас. В общем, приехал подписчик с Новокузнецка. Пошли с ним за опятами. В общем, закрываем грибной сезон. Ну, уже думаю, скоро холодно будет, опята отойдут уже. Вот, надо успевать. Он скажет, нет, уже. Мне блядь, вообще не нравится, когда мне говорят, что скудный. Местный грибник. Да как хочешь. Да? Назвал. Так, все, блядь, надо сейчас здесь обследоваться. Там помидоры. О, здесь, да. Прям нормально нашли такую поляночку. Вон они по земле тут везде растут. А то морозы ударят, они же все, мороза боятся. Ну, тут маленько переросшие еще. Нормальные, самое то. Ой, да иди со мной рвать, наверное, Стас. Да. У меня два больших синих пакета, у меня еще место много. А ты еще не будешь? Я собираю тоже. Блин, нормально нашли, да, такое местечко? Ништяк. Ага. Он Стас нашел пенечек. Че там? Ага. Внизу же. Ну, уже... Под ноги. Старенький, да? Там сзади. Ой, так тут они везде, смотри, да? Вон там еще. Да ты еще там в кустах вот эти вот отодвину. Давай сейчас отодвину, чтобы всем было видно. Ну здесь-то они такие, как. Ага. Очень опасно тут двигаться, перемещаться. Тут как бы есть они, ну их не так много, но тем не менее. Ага. Вот там вот еще есть кучечка небольшая. А вон она, ну. Потопчи. Растопчемся. Все, оторваться. Вот отсюда сними, Жень. Не, нормально опять, да, смотри. Да, вот отсюда вот сними, тут прям вообще шикарно смотрится так. Отсюда вот снизу. А, ну вот это. А иди, прям вот так вот раз и. Ну тут, видишь, стайка такая. Перекусили маленько. По сникерсу съели. Бутерброд. Идем дальше. Да? Все, готов? Да. Тут две обороны. В 2017 году где-то здесь напал на опята. Ага. Темно, как коричневый сладкий, яркий. Прям гладкий. Вот такие поляна мухоморов попалась. Вообще там их навалом. Все в мухоморах. А там он все в волнушках, да? А эти какие рыжики. Прям кучами растут, да, смотри? Да. Я что-то даже не видел столько за раз-то. Ну. Они здесь все растут. Вот еще куча. Че, будем брать? Я не знаю, Жень, они. Ты смотри, насколько они. Как бы съедобные, потому что они большеватые, по-моему. Вдалеке ты. А ты эти, друзья, сколько опят. Много, но они уже переросшие. Ага. Прям такая куча. Редко такое встретишь. Ладно, сейчас буду резать. Вот что вот мне сегодня это, там,
примчал так, да? Я бы поехал бы в любом случае. И если бы я бы рванул, потому что, блядь, я нахуй не могу без них. А моя ругается, типа, мол. Мол, это. Жень, да они отличные. А? Они отличные. Не, да они перерос. Это еще не перерос, это хуй, да хуй я перерос. А вот еще кучка опять. Хорошенькие такие. Переросшие уже, правда. Опять-то смотри, ножка-то толстая у них, да, смотри как. А? Че, запутался? Есть такое дело. Чуть штаны не разодрали себе, короче. Бурелом. Бурелом, ну. Че-то Стас там интересное нашел. Говорил же надо в локоть. Ну, во-первых, вот, ну это так. Ого. Открывшийся, вон. Снизу сними вот оттуда. Вот это да! Красота какая, да? Вот эти вот особенно, оба. Товарные опятки. Товарный вид, да, смотри? Да. Смотри, какой белый, сентябрь месяц. Нормальный, сухой. А? Чистый? Да. Ну еще решил. Сегодня что у нас, какое сентября? 14. 14 сентября, у нас еще белые сохранились. А вот они и лисички, сестрички. Хорошенькие? Да, вот эти добрые. Ну все, рубай, значит, раз добрый. Хорошенькие. Сохранились еще. В залоках? Ага. Кидай. У меня уже полный кан. Сейчас полный пакет еще набьем. Да? В таком раскладе, то почему нет? Костяника заодно он встречается. Уже спелая. Вкусная ягода. Видите, друзья, какая. Вон ее сколько много. Подосиновик, да? О, смотри какой. Ну, добротный, да? Нечешный. Ну. Нормальный, слушай. Берем, да? Резать надо сейчас, отрежем. Ногу. Ну. Костяники, смотри, сколько целого поля. Что, вкусно? Да. Чуть как отрезать ногу? Да, вот так. Ну. Подосиновик, ничего себе. Что там, белый? Молодец. Нашли лопату старую в тайге. Тут сталь-то, да, будь здоров, да, смотри. Ну. Сколько лет она, интересно, стоит? Еще ручка на изоленте. Видать, шишку, что ли, били, да? Запуска, ну, живот рядом. Кедра как раз стоит. Кедра. Ладно, идем уже на выход. Три белых сразу прям главное. Ну, а они уже все, но... Ну. Неужели все? Как это... Красиво, шикарно. Вот. Красивые, ну. Не, они уже все отошли. Ну и оставь их здесь, пускай размножают. Блин, куча, да, какая? Не, ну это, слушай, это белый, да? Да, это белый, да. Самый прям красивый, красивый. Да, поеденный. Ну зато какой он. Жалко, что не чистый, да? Красивый. Ничего страшного. Красивый, аж блестит, смотри. Ну. Да, не успели маленько. Оставим на размножение. А вот еще одна лисичка. Хорошая? Хорошая, но. Ну, вон еще одна, но она не все. А та уже все старая. Ладно, идем дальше. Вон у Стаса уже полный пакет.
Ведер 5, наверное. Да каких там 5? 5 бы я обосрался. Так, ну все. Стас уже готов ехать в город. Набрали, в общем, мы где-то около 5 ведер вдвоем. Ну, нормально, нам хватит. Ну, сейчас мне-то рядом, а Стасу еще 2,5 часа на автобусе до дома пилить. Так что ладно, друзья, не забываем подписываться на канал, ставить лайки и писать.